В Азербайджане завершается подготовка законопроекта о медиа. Кроме того, обсуждается разработка закона о диффамации. Это позволит привлекать к ответственности представителей СМИ, распространяющих порочащие сведения. Обмен мнениями на эти и другие темы состоялся в рамках мероприятия «Медиа и правовое просвещение». Оно было организовано Агентством развития медиа и Генеральной прокуратурой страны. Обсуждена специфика взаимодействия прокуратуры и журналистов. Представлены просветительские брошюры по этой теме. Представители СМИ также озвучили свои предложения по налаживанию оперативного и эффективного обмена информацией. Исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов в свою очередь отметил, что историческая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне создала новые реалии в регионе. И сегодня главная задача азербайджанских журналистов – информировать мировую общественность об этих реалиях.